гости, коллеги и семья Магнит. Совсем скоро состоится наш большой финал большой игры «Фантастический учет». Все это действо будет транслироваться на всю нашу большую страну. У нас будет 5 раундов с вопросами, мы будем их задавать, они будут транслироваться на экранах. Ваша задача будет посовещаться внутри команды и вписать, по вашему мнению, правильный ответ. Масштабный финал конкурса профессионального мастерства «Фантастический учет» в прямом эфире из Краснодара. Сотни зрителей онлайн, специальные поздравления руководителей. Желаю вам, чтобы ваши амбиции всегда находили реализацию. Сотни призов и подарков. «Фантастический учет 2022». У нас к этому талант! Команда «Приколыши», команда «Dream Team», знатоки, фантачеты. Мы сразу же определились, что профессиональные вопросы связаны именно с бухгалтерскими проводками, какими-то формами отчетности. Их будет минимум. Мы хотели сделать наш конкурс интересным. Первый раунд. Мы начинаем. Фантастический учет. План счетов бухгалтерского учета – это выплата зарплаты работникам на пластиковой карточке отражается записью. Сопоставьте слова «дебет» и «кредит» с их значениями на латыни. Я хочу пожелать всем бухгалтерам, чтобы у них всегда была искра в глазах, чтобы они всегда стремились как бы работать, у них были всегда новые идеи на благо нашей компании. Сегодня отмечают профессиональный праздник все бухгалтеры России. Профессиональный праздник! Отношения между плательщиками и покупателями в древние века оформлялись с помощью дощечки. Как называлась такая дощечка? Очень дружная атмосфера, интересные задания. Семья «Магнит» — это всегда команда, всегда поддержка и дружба. Прямо сейчас мы узнаем победителя, и это команда Dream Team! Потому что мы самые лучшие. Команда мечты. У нас было 9 команд, конечно, было очень волнительно. Соперники сильные. Наша сплоченность помогла нам добиться лучших результатов. Было весело, интересно, попробовали свои знания. Мы обязательно с вами еще увидимся и в офлайне, и в онлайне. У тебя к этому талант.